В Ломоносовском районе Ленинградской области свои ужасы. В нашем распоряжении оказалась любительская съемка. Население пугают гусеницы. Автор видео рассказала, что уже который год деревня Горбунки подвергается нашествию этих насекомых. Вредитель оплел деревья паутиной и уничтожил листву. Дети боятся играть на улице, да и взрослым уже как-то не по себе. Люди еще год назад просили чиновников спилить больные деревья. В администрации сельского поселения пообещали провести обработку зеленых насаждений, но работы так и не выполнили. Между тем, гусеницы уже подбираются к здоровой растительности. Если ситуацию не исправить, деревня действительно станет пригодна для съемок фильмов ужасов.